Всем привет, меня зовут Вадим, и вы на канале Ютубер в Польше. Сегодня я для вас проведу краткий обзор того, как попасть с автовокзала и ЖД вокзала в Лодзи. ЖД вокзал находится там с той стороны, автовокзал Калийска и ЖД вокзал Калийска. Как попасть в центр? Потому что многие приезжают и не знают, что делать, как, куда идти, где платить за билет и всякое такое. Как попасть вообще в центр? Поехали! Хорошо, а теперь мы с вами посмотрим, как добраться с ЖД вокзала Луцк-Калийска в центр города. Поехали! Итак, мои дорогие, смотрите, я сейчас нахожусь на перроне. Я специально вышел на перрон, чтобы показать, как отсюда спуститься вниз, попасть на остановочку и с этой остановки попасть в центр. Потому что большинство из вас как бы будет приезжать сюда на перрон, чтобы вы понимали, чтобы я не прямо из ступенек вокзала показал, как идти, а показывал еще, как спуститься в переход, по переходу выйти, скажем так, из вокзала. Поэтому давайте посмотрим, как это сделать. Пойдемте вместе со мной. Окей, в принципе, по переходу можно выйти сразу на площадь вокзала. Можно выйти сразу на площадь вокзала вот через этот туннельчик. А можно еще выйти через вокзал. Кстати, здесь есть туалет, если кому нужно. 2 злотых 50 грош. Там кафешечка, можно перекусить. Кстати, здесь кассы. И еще хочу вам показать вот здесь пункт продажи газет и всякой мелочи. Здесь можно будет купить номер SIM. Раньше можно было регистрировать, сейчас как бы была у них какая-то проблема. Не знаю, сейчас есть, нет, но можно будет узнать. И вот мы вышли на площадь вокзальную ЖД. Хочу напомнить, что с той стороны у нас, с той стороны, за стеной находится автовокзал. Они тут буквально 100 метров друг от друга. Поэтому вот так вот мы идем на трамвай. Помните, да, с той стороны мы зашли с автовокзала, с этой стороны мы идем с ЖД вокзала. Итак, дорогие, не забываем, чтобы попасть в центр, нам нужно купить билет. Билет можно купить вот здесь. И как это сделать, я покажу в следующем видео. Окей. Итак, дорогие мои, это было видео для вас, как
с автовокзала и ЖД-вокзала Луцк-Лиська доехать в центр города. Думаю, это поможет вам. Всем удачи, всем пока.